Hello everybody, всем локомотивским. Самошников, Сулейманов. У нас есть быстрый. Сулейман, и камера трясется, Владимир смеется. Сулейман. Что его отличает? Сейчас трасса, техника и нестандартное мышление. Сейчас. Браво! Браво! Вот, да. Вот он крайний. Это... Обратно спиной вперед! На каждый шаг выпрыгивание выше! Отбор! Хорош! Меня само. Прошлый матч с ЦСКА, я считаю, что это был тяжелый психологический матч, потому что игра давалась. Мы должны были выигрывать, но не получилось. Потеряли концентрацию, наверное, из-за этого. Тяжело, да, психологически отходить от того матча, который должен был забирать. Мой гол. Видел, что вратарь не передвигается, и решил рискнуть и пробить ему за спину. Получилось очень даже хорошо. Ты в любом случае забиваешь, если отдаешь, ты все равно это делаешь для того, чтобы команда победила, а не для каких-то своих личных целей. Поэтому хотелось бы, чтобы там... Я мог не забивать, но при этом мы бы выиграли, я был бы не менее счастлив. Все вместе обсуждали с тренерским штабом, ну, как бы не прямо обсуждали, что нужно делать, а просто, я думаю, нельзя терять концентрацию, особенно на стандартных положениях. Подготовка к Рубину проходит так же, как и ко всем остальным матчам. Мы всегда нацеливаемся только на победу, поэтому готовимся. Тот коллектив и вообще те люди, которые там были, их осталось не так много, поэтому там практически новая команда, много новых футболистов, поэтому это такой же соперник, как и все остальные. Удар. Я тебя мотивирую. Залетел от линии. 2 минуты. Сколько? 2. Не забили, игра отыгрывала. 3-3-3. Да, да, хорошо. На втором, да? Да, да. Сегодня ты продлил контракт. Эмоции? Только положительные. Я очень рад этому. Надеюсь, что после продления буду дальше помогать команде. Как ощущаешься в «Локомотиве», как коллектив? Все прекрасно, коллектив прекрасный, ничего не могу негативного вообще сказать, только один позитив.